канун Нового года принято желать самого главного – здоровья. Чтобы праздничные дни не омрачились болезнями, в Чкаловском слушатели собрали на очередную лекцию «Школы здоровья», чтобы рассказать о профилактике падений. Вот сегодня уже третий раз мы в нашем микрорайоне Чкаловске, да, в нашем совете ветеранов, проводим школу здоровья благодаря нашим замечательным врачам. Лекция для жителей прошла в рамках проекта «Здоровое будущее» партии «Единая Россия». Заведующая Центром здоровья Татьяна Колосова рассказала, как пережить травмоопасный сезон без падений, с радостью отметить праздники и здоровыми встретить весну. Слушатели узнали про комплекс упражнений для суставов и формирования мышечного корсета как о лучшей профилактике травм при падении. Головой ушиблись, внимательно наблюдайте за своим состоянием. Появилось сильное головокружение или появилась тошнота, не дай бог, или очень сильная головная боль. Все, вызываем скорую, едем, делаем снимок и уже там определяемся. Лекция «Школа здоровья» набирает популярность в округе и с каждой встречи собирает все больше слушателей. Проходят полезные беседы каждый третий четверг в Щелковской библиотеке семейного чтения, а также в социальных центрах и советах ветеранов по расписанию, которое можно найти на сайте Щелковской больницы. Темы всегда актуальны и формируются на основе заявок самих жителей.